Тирасполе появится еще один парк. Его адрес — улица Горького, угол Ленина. Пока здесь только расчистили территорию, выровняли и посадили деревья. Но уже совсем скоро здесь будет настоящая зона отдыха с игровыми площадками, кафе и беговыми дорожками. Кстати, уже название скверу придумали – Южный. Дальше больше. На площади в 1,5 гектара разместят роллер-дром, прямо как на Поклонной горе и в Крылатском. В остальном, заверил нас главный архитектор Тирасполя, заниматься плагиатом не стали. Все свое. Автостоянка, фонтан, все задумки, что называется, с местным разливом. Будет где гулять. Ну, вообще, это как бы центр считается города достаточно. Удобно. У нас парков мало, так что он должен быть обязательно. Оно бы не мешало, конечно, чтобы скверик был. Будет хорошо. Прекрасное место возле роддома. Почему бы нет? Люди же живут. Вечером будут гулять с колясками, со всем остальным. Молодежь свидания будет назначать. Я думаю, нужен. Разве парк когда-то мешал? Парк «Южный» для всех уже в следующем году. Работы ведут на деньги спонсоров и бюджета. Задействуют только опытных специалистов и новую технику. Машина у вас давно такая? Уже с февраля месяца. Ага, то есть это новая. Откуда? Прям реально с Белоруссии прибыла? Да. А давно вы работаете на тракторе? Всю жизнь. А для чего выравнивается почва? Почва выравнивается, потому что здесь яма была. Пустырь запущен еще с 2012 года. Развалины – это то, что осталось от частных домов. Их снесли, а нового ничего не построили. И там хотели и торговые делать площадя, и жилищный массив. Ну, хорошо, что руководство города пришло к такому решению сделать для людей здесь именно зону отдыха и сквер. Кстати, сквер будет не только здесь. Облагородят в столице и другие пустыри. По улице Милева, в районе кинотеатра Тирасполь и Колкотового рынка, а также у порохового погреба по улице Федько. Проведут и реставрацию зеленых зон, в том числе и в сквере авиаторов на Балке. Закладывают парки и в других городах и районах Приднестровья. К примеру, в Дубосарах на берегу Днестра высадили 250 деревьев. Еще 200 появятся на улицах города. Через 10 лет мы придем сюда и сможем прекрасно отдохнуть на нашем красивом берегу Днестра. Эта акция показывает нам связь поколений, как важно заботиться о природе и об экологической ситуации в нашей стране. В рамках программы благоустройства в Дубосарах во дворах домов построят детские площадки и даже новый спорткомплекс. Работы выполнят до конца года. Специалисты говорят, если действовать такими темпами, уже через несколько лет в Приднестровье не останется ни одного пустыря. Их место займут парки и скверы.